Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечной злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела, хранителя моего, вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасешь, и ничто же велия, и аще чистого помилуешь, и ничто же дивно, достойный бо суть милости Твоя, но на мне грешнему диви милость Твою, а сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанной благости и милосердию, яко же хочешь, устроя мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепився на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди, Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человека любец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, преславную Божию Матери, святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедующую, яко воистину родшую нам, Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших,